Так, 27 августа 2021 год, Харьков, 23.16 по Киеву. Совершенно неожиданным образом. Открылось небо. Целый день в Харькове лил дождь. Ну хорошо, не целый день, но с утра точно. Подмочил меня. И вот тебе на. Собрался ложиться спать, а сынуля говорит, луну видно. И вот я здесь, на линии вечернего терминатора. Так, ИСУ-125, луну видно хорошо. Сейчас перейдем на Юпитер, на Сатурн. Еще и штиль. Ты смотри, как повезло. Так, давай я сейчас попробую попасть с таким ИСО. Сатурн. Он, конечно, будет очень блеклый. Но зато очень чуткие. Да. Все. Лучшего не сделаю. 1 миллиард. Ну да, в окуляре, конечно, гораздо четче, чем на экране его видно. 1 350 000 000 км до Сатурна. Смотри, как он параллельно горизонту шпарит. Подозреваю, что у вас это все выглядит как темный экран и устный рассказ о перемещениях газового гиганта. Ну, пошли. Юпитеру. Юпитер вы точно увидите. Насчет спутников не уверен Юпитера, но вот может экваториальный полос сейчас засечен.
Не вижу. А, вижу экваториальные полосы. И кроме того, вижу вот сейчас справа от Юпитера вот эта точечка. Вот, наверное, не видать ее будет. Ладно, на следующем дубле. Там Ганимед и Ио натурально слились для наблюдателя с Земли. Ой, как хорошо я вижу экваториальный полос. Мне даже хочется почему-то выдержку уменьшить, чтобы еще менее ярко было. А ну слева. Ну я слева даже на экране, в окуляр вернее, вижу. Вот появился спутник. Так, там у нас было, что там у нас Европа Ио была. Нет, Ганимед. Подожди. Европа и Ио там было. Забыл. Калиста последняя точно. Так, сейчас уменьшил выдержку. Ну, по-моему, экваториальная полоса должна быть видна даже на экране. Увеличил выдержку. И со 125 выдержка 1 к 30. Справа от Юпитера это Ганимед и Ио. А слева будет Европа и Каллисто. Юпитер у нас еще вверх забирается, надо же. Ну вот я вижу Европу, а где Каллисто? А вон и Каллисто. Ну его совсем едва-едва видно. Хорошо. Пошли опять к Луне, на ней закончим. Дублик. И поснимаю все то же самое, но с другими настройками светочувствительности. Наверное, вот это моя резкость на линии терминатора. August 27, 2021 Харьков, 23-25 по Киеву в Харькове. Надо же, какой подарок. Вообще небо
расчистилось. Я спать собирался ложиться. Все отменяется, этот праздник жизни. О, птичка, спасибо. Ну, скорее, летучая мышь, конечно. Ой, ладно, хорошо. Следующий дубль сейчас будет.